Уважаемые участники, мы начинаем панельную дискуссию «Зеленая повестка транспортной отрасли». Модератор дискуссии Марианна Максимовская, президент группы компании «Михайлов и партнеры». Доброе утро, друзья, коллеги. Рада приветствовать всех на дискуссии «Зеленая повестка транспортной отрасли». Не могу не сказать, что наша панель проходит при поддержке коммуникационной группы компании «Михайлов и партнеры» и глобальной климатической инициативы Всемирного экономического форума. Ну и прежде всего хочу представить наших уважаемых спикеров. Итак, Андрей Киселев, первый заместитель генерального директора ВТБ «Инфраструктурный холдинг». Игорь Коваль, руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта. Александр Кондрашов, управляющий директор, руководитель проектного офиса по развитию общественного транспорта Государственной корпорации развития ВЭП РФ. Игорь Танковидов, генеральный директор, председатель правления ПАО «Совкомфлот». Константин Трофименко скоро к нам присоединится. Пока, вот видите, у него есть свое место, оно его ожидает. Елена Хайкин-Сапожникова, партнер инвестиционной группы Digital Horizon, независимый директор ПАО «Интеррао», член управляющего совета глобальной климатической инициативы. Анатолий Храмцов, заместитель генерального директора, главный инженер РЖД. И Андрей Чеханчин, заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот». Ну что ж, у нас сегодня, ну, знаете, вот действительно актуальная тема. Как будет выглядеть зеленый переход в сфере транспорта, что нужно менять, сколько это будет стоить и кто за все это заплатит. И, знаете, я бы хотела начать, может быть, ну, так, не очень традиционно, и вначале вот в формате блиц, пожалуйста, определить, ну, какой вид транспорта наиболее грязный с точки зрения углеродного следа, ну а какой наиболее чистый. Вот у нас здесь среди спикеров представители гражданской авиации, флота, железнодорожного транспорта. Вот вы можете между собой, вот что называется, рассчитаться на 1, 2, 3, кто наиболее как бы чистый, кто наиболее грязный, ну не с точки зрения управления, конечно, веренным вам активами, но с точки зрения сути самих активов. Вот давайте по... А давайте с авиацией. Мы одна из, на наш взгляд, наименее загрязняющих отраслей. По оценкам ИКАО порядка 2% парниковых газов авиация всего лишь производит. Ну, на наш взгляд, наверное, это по сравнению с промышленностью. Не-не-не, подождите. Мы, ага, вот начинается статистика, да, лукавые цифры. Нет, значит, давайте мы не с промышленностью сравниваем. Ничего. Понятно, что там авиация 2%. Металлургия, это вообще коллег. Да, коричневая. А вот давайте так, флот, авиация, железнодорожный транспорт. Вот самый грязный, средний, самый чистый с точки зрения углеродного следа. Ну, коллеги, давайте. Кто? Давайте, да, давайте. Я-то знаю ответ, сейчас я начну подсказывать. Давайте начнем. Тут, наверное, во многом зависит, какую меру оценки мы будем применять. Потому что есть абсолютные цифры, да, есть цифры удельные. Если говорить с точки зрения там, абсолютных цифр и истории, да, то в те времена, когда не было ни летчиков, ни космонавтов, не железнодорожников, моряки уже были. Поэтому накоплена большая эмпирическая база. И если мы говорим с точки зрения эффективности на тонна километр или с точки зрения эффективности на пассажира километр, это разные, в общем-то, значения. С точки зрения тонна километра, конечно, морской транспорт, он имеет минимальные удельные выбросы. С точки зрения пассажира километра, да, то тут уже, там, наверное, лидируют другие виды транспорта. Поэтому показатель комплексный, и лучше всего, наверное, нам обратиться к открытой статистике Международного энергетического агентства, который расставляет все по своим местам. Вот эти вот блицы не получается. Ну а все-таки, ладно, давайте я буду подсказывать, а вы киваете головой, соглашайтесь. Я везде прочитала все источники. Да. Самый грязный все-таки авиация, ну если говорить про сферы транспорта, по именно выбросам в атмосферу, по углеродному следу, флот посередине и железные дороги наиболее чистые, если сравнивать, ну, вот с другими отраслями транспортными. Ну, да. Да, ага. Я понимаю коллег,
Ну, статистика вещь упрямая, можно считать качественный показатель, можно количественный, но на сегодняшний день выбросы среди транспортных отраслей железнодорожный транспорт составляет менее 1%, включая совокупные продукты, имеется в виду не прямые, а еще и совокупные. В связи с чем? В связи с тем, что более 80%, а среди пассажирского направления это 85%, это мы везем на электротяге, грузовой 86%. Если выходить на мировой уровень, то российские железные дороги по энергоэффективности, они занимают первое место среди железных дорог мира, среди грузового движения, и четвертое место среди пассажирского. Это впереди по пассажирскому движению у нас опережают нас Китай, Япония и Индия. Но это из-за того, что на сегодняшний день там пассажиропоток гораздо выше в пересчете на качественные показатели. Один пример просто. На сегодняшний день Москва-Питер. Один пассажир, поезд Сапсан. Выбросы на автотранспорте почти в 4 раза выше на одного пассажира. На авиатранспорте в 5 раз. Статистика, вот такая история для железнодорожного транспорта. Мы понимаем, что есть определенные проблемы с точки зрения, наверное, какого-то удобства среди пассажиров, но мы говорим сегодня чисто воздействие на экологическую среду. Спасибо. Хорошо, давайте то вот еще один общий вопрос. Общий, буквально никаких цифр. Вот у кого в компаниях есть понимание необходимого объема инвестиций на ближайшие годы вот для осуществления начала хотя бы этого зеленого перехода? Мы же видим, правительство уже готовит стратегию там, 2050 да, по климатическим, там, экологическим повесткам. Президент Путин впервые после того, как Россия присоединилась к Парижскому соглашению 2015 года, объявил цель достижения на зеро углеродной нейтральности к 2060 году. То есть уже какие-то ориентиры выстроены. Очевидно, вы начали считать, как минимум, сколько денег понадобится. Кстати, мы потом много будем об этом говорить, но сейчас просто в общем, в таком общий подход. У кого есть уже примерное представление объема инвестиций? Пока без цифр, просто вот у кого уже какое-то вот рамочное, какое-то вот понимание сложилось? Или пока рано про это говорить, и мы просто все понимаем, что нужны огромные деньги, и, в общем, не очень ясно, откуда их брать. Разрешите, пожалуйста. На российских железных дорогах экологическая стратегия была утверждена до 2020 года. То есть она в этом году, тот проект, он заканчивается. В апреле этого года мы уже рассмотрели на управление российских железных дорог стратегию до 30 года. До 30 года, и она была, должна быть утверждена уже вот буквально в четвертом квартале, но вот ряд документов вышел, как 296 ФЗ, еще ряд подзаконных актов, который приостановил утверждение в связи с тем, что придется делать, вносить изменения. Вот наша стратегия, она абсолютно коррелируется с теми национальными идеями в сфере природопользования, которые отражены во всех нормативных документах на уровне Российской Федерации. И при этом эта стратегия учитывает непосредственно все целевые задачи, которые определены Организацией Объединенных Наций в сфере природопользования. А там, как мы знаем, там 17 задач, которые есть и там, с точки зрения и не только СО2, и водоотведения, и обращения с отходами, и много об этом можно говорить. С точки зрения, если перевести и оцифровать это в рублевом эквиваленте или в любом другом, на сегодняшний день это будет понятно, вот когда мы утвердим эту стратегию. Я думаю, мы утвердим ее в первом квартале следующего года. Спасибо. Ну, то есть в любом случае во всех сферах транспорта, да, которые у нас, во всяком случае, здесь представлены, уже идет работа конкретная и стратегическая, и по пониманию примерному хотя бы, да, тому, сколько это будет стоить. Хорошо, это такие общие вводные были. Теперь я хотела бы обратиться, Елена, к вам с просьбой обрисовать нам картину вот с мировой точки зрения. Вот знаете, что там с нашим российским следом? Вот часто российский след ищут в самых разных каких-то сферах, то в американских выборах, то еще где-то. А вот давайте, если говорить про российский след в общем углеродном следе, так, с которым сейчас все начинают бороться. Есть ли какие-то конкретные цифры? Сколько мы добавляем вот в этот самый углеродный след общемировой?
Добрый день, коллеги, спасибо большое. Ну, вы знаете, конечно, такая риторика вокруг России, она всегда очень такая резкая, я бы сказала, потому что я вот только что вернулась из Глазго, и там тоже было очень много КОП-26, где проходил, и там на панелях тоже было очень много дискуссий по поводу того, что, а кто же является самым главным вообще загрязнителем. И, конечно, на Россию не смотрят с точки зрения только транспорта или СО2 выбросов транспортной индустрии. На Россию, конечно, смотрят с точки зрения горнодобывающей деятельности, нефти, газ, и сразу же вы, ну, по сути, так как бы указывают, говорят, ну вот вы являетесь среди основных загрязнителей вообще мировых, наряду там с другими странами, Китай, и, ну и Россия, конечно. Я не скажу сейчас, какое место, потому что я имела неосторожность сказать, что мы четвертые в миру по загрязнению на КОП-26, и там разразилась у нас большая дискуссия, что нет, мы не четвертые, а шестые, нет, не шестые, а вторые, и я думаю, что неважно. Самое главное, что мы занимаем достаточно серьезное положение, конечно, на Россию все указывают и ожидают, что у России предпримет какие-то шаги такие радикальные. Например, мы закроем все наши угольные какие-то шахты там, да, или с точки зрения транспорта мы вот сейчас прям все резко перестанем летать на самолетах, пересядем на железную дорогу или уберем вообще все автомобильные и грузовые перевозки на дизеле и бензине и сразу пересядем на электрокары. То есть мировое сообщество, оно хочет каких-то таких, как вам сказать, резких обязательств, которые, на наш взгляд, нужно давать очень аккуратно, потому что мы понимаем, что это переход. И если посмотреть на исследования и цифры действительно, то мы увидим, что Россия на самом деле занимает не такое уж и плохое место и, может быть, даже в какой-то степени пытается сейчас занять лидерские позиции. Да, действительно, нельзя отрицать то, что вот в этой климатической повестке Россия какое-то время отставала и как бы не считала, наверное, это такой, ну, суперважной темой. Но сейчас российские компании 100% закладывают стратегию, закладывают инвестиционные бюджеты, пересматривают огромное количество программ по трансформации и модернизации. Но это невозможно делать резко, потому что нельзя забывать о так называемом вот этом элементе sustainability, да, устойчивость, потому что это все системообразующие предприятия, это связано с перевозкой людей, перевозкой грузов, обеспечением жизнедеятельности. Если мы сейчас все резко побежим переключаться на то, что вот мы перестанем, будем абсолютно карбононейтральными, но потеряем в этом процессе бизнес-эффективность и принципы предоставления этих услуг, которые предоставляются в ущерб конечному потребителю, то я думаю, что никто нам за это спасибо не скажет, и самое главное, это отразится просто и на экономическом росте, и на экономическом положении. Поэтому тут надо быть очень аккуратными. Что очень отрадно, да, что иностранные коллеги стали видеть в своих отчетах и в своих оценках относительно России, что у России наметился рост, что компании стали брать на себя обязательства и что Россия выравнивается. Ну вот MSCI недавно повысили рейтинг Аэрофлота. Компании двигаются как бы в рейтингах. Понятно, что процесс долгий, и с точки зрения работы с инвесторами, конечно, компании тоже аккуратны с точки зрения тех обязательств, которые они на себя берут. Потому что одно дело взять обязательство, сообщить об этом всему миру, это отразится на капитализации, это отразится на репутации, а потом не выполнить такое обязательство, вот это будет очень-очень серьезно. Поэтому я прекрасно понимаю, что этой повестке там год-два с небольшим, и компании очень аккуратны. Но то, что идут процессы, и то, что иностранные коллеги это видят, это точно. Ну, смотрите, но все равно получается, пока в этой формуле очень много неизвестных. Ну, то есть не очень понятно, как считать вот как раз страновой вклад, вот это общемировое загрязнение. Непонятно, как считать инвестиции, непонятно, как считать вклад как бы государства или бизнеса. Ну, то есть пока начало есть, активно развивается, Россия действительно подключилась активно, да, в том числе к мировой повестке, но... Ну, не очень ясно пока, на что опираться. И я так понимаю, что и каких-то инструментов вот подсчета внутри страны тоже, в общем, особых пока
пока нет. Но их по большому счету нигде нету. То есть сейчас что у нас происходит? У нас есть стандарты финансовой отчетности. АФРС, ГАП, мы все отчитываемся. С точки зрения нефинансовой отчетности, сейчас это как выглядит? Есть рейтинговое агентство, и все пытаются попасть в эти рейтинги и хотят, есть какие-то более солидные рейтинговые агентства, есть менее солидные рейтинговые агентства с большим весом, с меньшим весом, но тем не менее. Есть рейтинговые агентства, у них своя методология. На сегодняшний день нет какого-то мирового общего стандарта, например, как МСФО или ГААП, или какие-то более такие устоявшиеся, например, показатели и отчетность по финансовой отчетности, такого сейчас нет. Есть и CFD. Но, тем не менее, это тоже как бы не полный спектр, как бы, да, не полный обзор как бы, всей деятельности. Мы ожидали, что на COP26 будет объявлено, что вот сейчас появятся эти стандарты. Это тоже занимает время. Вот. То есть на сегодняшний день стандартов нет. Вот, Елена, вот смотрите, вообще, если про COP26, вот сейчас как завершить эту тему, ее итоги этой конференции климатической очень ждали, но даже генсекретарь ООН, да, который проводил, собственно, организацию эту конференцию, назвал ее итоги компромиссными. Ну, то есть с перевода на вот с этого дипломатического языка это означает, что, ну, прямо не очень договорились. И экологи недовольны, и как бы все недовольны. Ровно по этой же теме, потому что есть ощущение, что надо включаться, но не очень понятно, как именно. Поэтому все так аккуратненько поддерживают, но не спешат с амбициозными целями их как бы, ну, взять их на себя, эти цели. Абсолютно, все верно. И вопрос как бы в том, что эта повестка, она очень быстро перешла в разряд срочный. То есть если до этого многие компании как бы жили, безусловно, все это учитывали. Это не то, что, знаете, 2 года назад все загрязняли окружающую среду, об этом вообще не думали, и какие выбросы нам все равно. Нет, конечно же, компании все равно это считали, конечно, учитывали. Просто не было такого пристального внимания, и самое главное, что эти стандарты не попадали в финансовую систему. То есть сейчас при предоставлении капитала, будь то заемный капитал или equity финансирование, то есть любые рынки капитала, раньше не были так вовлечены в предоставление этого финансирования. Сейчас, когда этот вопрос попал в кровеносную систему, как бы в финансовую систему, мировую, экономическую, конечно, совершенно другая роль у этой повестки, совершенно другой вес у этой повестки. Все компании активизировались. Но, как я сказала вначале, для этого нужно время, очень четкий расчет и, конечно, не уронить вот эту устойчивость бизнеса, которая уже достигнута на определенном топе, потому что это переход, то есть это не выключение, а именно плавный переход. Другой вопрос, что он должен быть быстрым. Да. Хорошо, спасибо большое. Ну что, поехали тогда подробнее по отраслям. Вот, Игорь, вам хочу задать вопрос. Вы возглавляете Федеральное агентство по железнодорожному транспорту и наверняка так или иначе участвовали в подготовке вот как раз той самой стратегии, которую правительство Минэкономразвития готовит по климатическому этому зеленому переходу. Его тоже называют цели, там несколько сценариев, эти цели не называют очень амбициозными. Ну, вот в развитии всего того, о чем мы говорили. Вот если я не путаю, там, по-моему, вот цель сократить выбросы на 48% к 50-му году. И такие показатели, насколько я знаю, уже достигнуты в РЖД. Что-то, ну, по сравнению, да, там, с каким годом, с 91-м, да, по-моему, мы сравниваем как такая точка отсечения. Так что тогда модернизировать в железнодорожной отрасли прежде всего? Марина, спасибо за вопрос. Доброе утро, уважаемые коллеги. Вы знаете, я вспоминаю те дискуссии по зеленой повестке, которые у нас происходили несколько лет назад, когда зеленая повестка только зарождалась, откровенно сказать, в публичной сфере. Да? И вот сегодняшнюю дискуссию. Все-таки вот пару лет назад мы пытались заглянуть робко в будущее и смоделировать алгоритмы наших действий с точки зрения того, а каким образом мы будем подстраиваться под ту самую ESG-повестку, да, которую мы сегодня обсуждаем. Сегодня, безусловно, мы уже не заглядываем в будущее, мы говорим о том, каким образом нам смоделировать алгоритмы наших действий с точки зрения того, чтобы соответствовать мировым стандартам, которые будут обуславливать экономическую составляющую деятельности ключевых российских компаний и, собственно говоря, найдут свое отражение в общем экономическом балансе страны. Поэтому то, что мы сегодня обсуждаем, это действительно реальность. Это первое, что хотелось бы отметить. Безусловно, в канве транспортного баланса, если мы говорим о нем,
железнодорожный транспорт наиболее экологичный. Это абсолютный факт, он подтвержден цифрами. Вы сейчас об этом упомянули. Возвращаясь к вашему первому блиц-вопросу, у нас, к сожалению, наши уважаемые коллеги-автомобилисты не представлены сегодня в панели. Да, да, самые грязные. Да, да, и все коллеги, наверное, немножко стесняются сказать о том, что самые грязные – это наши коллеги-автомобилисты. Поэтому их нет. К чему, не хотят отвечать. К чему в итоге, на мой взгляд, вынужденно перейдет рынок? Ну, наверное, к определенному перераспределению груза и пассажиропотоков. Происходить это будет на основании как раз-таки экологичности той или иной транспортной отрасли, того или иного вида транспорта. Особенно если мы говорим о грузовых перевозках. Почему это важно? Трансграничное углеродное регулирование. То самое, которое обсуждается уже давно. Это те требования, которые наши коллеги из Европейского Союза предъявляют на текущий момент. Идет обсуждение тех параметров, каким образом ТУР будет работать, каковы будут компенсаторные механизмы, будет ли признание климатических проектов на международном уровне от ведущих международных верификаторов, таких как Gold Standard, Вера, тех лесоклиматических проектов, которые на территории России будут реализовываться. Вот это такой большой комплекс проблем или вопросов, или возможностей на самом деле. В этой связи, говоря о железнодорожном транспорте, отвечая на ваш вопрос, что хотелось бы отметить? Вот в первую очередь, при моделировании алгоритма действий на железнодорожном транспорте, на мой взгляд, необходимо учитывать три таких ключевых направления. Первое – это снижение углеродного следа. И здесь действительно наши коллеги из российских железных дорог ведут огромную работу на текущий момент. Она уже проделана, эта работа исторически, отчасти во многом. Почему? Потому что все стратегии зеленые, да, сегодня говорят о чем? О том, что необходимо переходить на электрификацию транспорта. На железной дороге электрификация была внедрена не сегодня, это было сделано достаточно давно, это направление успешно развивается, его, безусловно, надо продолжать. То есть снижение углеродного следа, как в части перехода на подвижной состав, работающий на альтернативных источниках энергии, так и в части подтверждения зелености той электроэнергии, используя которую у нас по сети ходят составы. Ну, а сразу наводящий вопрос. Передел. Вот, а когда и могут ли вообще вот все поезда и дальнего следования вообще все стать, ну, там, электрическими, да, или там на ВИИ, или на чем-то, но там не дизельными? Безусловно, могут. Это всегда вопрос экономики. Да. Это вопрос примерно, экономики, вот это вопрос инвестиционного. Я полагаю, что коллеги из российских железных дорог, я сейчас хлеб Ладно, не буду забирать у коллег, спросим. Они расскажут поподробнее, да. Но в общем и целом я к чему? К тому, что основной тренд – это переход на альтернативные источники вообще по всей палитре транспорта. Это то, к чему необходимо стремиться. В части российских железных дорог здесь надо учитывать, как я отметил, подтверждение так называемой зелености электроэнергии. Это тоже фактор, на который международные эксперты смотрят. Раз. Второе. Второе – это сопутствующая инфраструктура. Она тоже использует электроэнергетику, соответственно, вот есть подвижной состав, есть тяга, есть сопутствующая инфраструктура, есть вопросы там, утилизации отходов, т.д. и т.п. Поэтому первое направление – снижение углеродного следа, безусловно, актуальное для ЖД-транспорта, и там есть в каком направлении еще поработать. Вторая история – это зеленое финансирование. Сегодня уже вот моя коллега говорила о том, что зеленое финансирование – это вещь, которая напрямую будет экономический эффект иметь на деятельность любой крупной компании. Не секрет, вот коллеги-банкиры, я думаю, меня поддержат в этом тезисе. Многие финансово-кредитные учреждения в мире, да уже и в России, создают отдельные подразделения, которые рассматривают потенциальных заемщиков капитала на предмет соответствия ESG-повестки. Да, если ты зеленый, кредит ты получишь под меньшую процентную ставку. В итоге в экспертном сообществе обсуждается вопрос, связанный с тем, что мы с вами можем в достаточно скорой перспективе столкнуться с двумя ценниками в магазине. Да, на два аналогичных товара. Один зеленый, второй не очень. Соответственно, это экономика, которая будет обуславливать в том числе и транспортную составляющую. Ну, то есть зеленый подороже ценник. А второй подешевле. Ну, за все хорошее надо платить. Да. Да, за все хорошее надо платить. А с другой стороны, стоимость привлекаемого капитала напрямую будет связана с тем, соответствует то или иное учреждение ESG-повестки или не соответствует. Это тоже, на мой взгляд, определенный факт. При формировании инвестиционных программ
я полагаю, что это станет трендом, необходимо будет учитывать так называемый зеленый фильтр. Да? Вот когда мы рассматриваем набор инвестиционных проектов в той или иной инвестпрограмме, ну, наверное, в какой-то момент времени мы начнем смотреть на составность этих проектов через, в том числе, призму их зелености, так называемой, или карбон-нейтральности, как угодно. Да? И третий аспект, который, на мой взгляд, является тоже крайне важным, это, собственно говоря, те новые возможности, которые вся эта замечательная повестка нам предоставляет. Я, может быть, сейчас какие-то такие немножко визионерские вещи, да, буду говорить, но вот смотрите, перевозка плюс квота. Мы говорим о том, что мы по железной дороге везем груз. У груза есть грузовладелец, есть грузоотправитель, есть трансграничное углеродное регулирование. Груз идет на экспорт. Но почему мы не можем предоставлять комплексную услугу для грузоотправителя, которая будет называться перевозка плюс квота? Такой вопрос как бы концептуальный, наверное, не самый простой, но вот тем не менее это, на мой взгляд, могло бы быть одной из таких новых интересных возможностей с точки зрения того спектра или той палитры новых дополнительных услуг, которые в том числе железнодорожники могут предоставлять. Следующая история – это компенсаторные механизмы, это признание, допустим, лесоклиматических проектов, реализуемых на территории России, да, так называемые «зеленые квоты». У собственника железнодорожной инфраструктуры сегодня есть большое количество железнодорожной инфраструктуры и много полос отвода, где растет много леса. А почему бы не использовать эту возможность для того, чтобы создавать или, как говорят некоторые эксперты, выращивать? Это тот самый спорный момент, о котором Елена там, да, в том числе единицы. Говорила. Да, вот это наше количество наших лесов, и поэтому, да, наш аргумент, что мы много выделяем, но у нас и много поглощается, как-то не очень принимается пока на международной арене, во всяком случае. Да, но и не очень принимается сам факт реализации лесоклиматических проектов в России сегодня, да, потому что есть ключевые верификации на международном рынке, и, ну, пока вот не синхронизированы стандарты, насколько я полагаю. Я не то чтобы лесоклиматическими проектами напрямую занимаюсь, но из того, что мы видим по рынку, вот пока это происходит таким образом. Поэтому с точки зрения железной дороги, безусловно, вот это направление, на мой взгляд, тоже является таким интересным и, ну, может быть, на текущий момент в некотором образе визионерским. Вот, собственно говоря, три, на мой взгляд, таких ключевых крупных направления, в сторону которых нам нужно идти, встраивая это, безусловно, в канву общей стратегии, да, которая готовится Минэкономразвития, которая в том числе предполагает как раз-таки и переход на электрификацию транспорта. А здесь у железной дороги все, как я отметил и вы отметили, достаточно неплохо выглядит на текущий момент. И в этой связи мы, конечно, рассчитываем на то, что в нашем зеленом будущем железная дорога все-таки займет ключевую роль с точки зрения транспортного баланса. Спасибо. Хорошо, спасибо. Хочу Игоря Танковидова подключить к разговору. Что у вас на флоте, вот Совкомфлот, что делает для снижения вот этого самого пресловутого углеродного следа? Спасибо, Марьяна, за вопрос. Хочу сразу вот подчеркнуть, мы с коллегами находимся немножко в различном контексте, да? Потому что железные дороги у нас в основном перевозят грузы внутри страны и, собственно, существуют в российской регуляторной базе, так же, как и автомобилисты в большей части. У авиаторов своя история. Морской флот, он регулируется международными конвенциями, специальным органом ООН, который называется Международная морская организация. И мы уже достаточно давно, начиная с 2015 года, живем в повестке сокращения углеродного следа. То есть есть регуляторные документы, которые уже приняты, которые предписывают морскому флоту к 50-му году сократить поэтапно интенсивность углеродных выбросов на 70%, либо, если мы говорим в абсолютных массовых показателях, то это сократить их в половину. Программа эта разбита на десятилетия, то есть к 2015 году индустрия должна была сократить эти выбросы на 10%, к 2020 на 20%, к 2025 на 30%, к 2030 ожидается сокращение на 40%, и к 2050, как я уже сказал,
на 70. Поэтому вопрос сокращения выбросов и уменьшения углеродного следа, это уже практически 6 лет является, даже не 6, а больше, является вопросом стратегического планирования каждой судоходной компании. Что хорошо и что случилось вот на климатической конференции в Глазго, то, что были приняты правила применения статьи 6 Парижского соглашения по климату. И теперь стало понятно, как применять универсально методы регулирования снижения углеродного следа. И страны пытаются согласовать правила торговли углеродными единицами и методами их однообразного формирования и расчета, что создаст какой-то рынок торговли вот этим вот следом, да, и какой-то рыночный компенсаторный механизм. Возвращаясь к стратегическому планированию, мы вместе со всеми задались этим вопросом. Это в начале 10-х годов. И сказали, что сами себе, что мы должны быть на шаг впереди отрасли. И, собственно, технологическое лидерство должно стать залогом нашей стратегического успеха. И в 2015 году мы первые в мире внедрили на крупнотоннажном флоте сжиженный природный газ в качестве основного топлива, в то время как весь мир продолжал и, в общем-то, и сейчас продолжает работать на тяжелом топливе. И в 2018 году наш первый танкер «Гагарин», мы его приняли в эксплуатацию, и в настоящее время вся судостроительная программа компании предусматривает сжиженный природный газ как основное топливо, что позволяет вам снижать ваш углеродный след вот, в реальном исполнении где-то от 25 до 30% в зависимости от модальности оперирования флотом. Это у нас уже документально подтверждено. А можно я тут тоже сразу задам наводящий вопрос? Ну, то есть получается, что вы сейчас пока на этапе перехода от мазута к СПГ. Фактически, как более экологичному виду. Я продолжу. Далее, в 2023 году нас ждет следующий регуляторный шаг. Это внедрение или принятие для существующего, всего существующего мирового флота индексов углеродоемкости и углеродной интенсивности. Соответственно, с определенной планом снижения этих показателей, что будет вынуждать судовладельцев применять технологические или операционные решения для соответствия. Либо вы просто, ваш пароход не пустят в порт, и, соответственно, никакой фрахтователь не возьмет ваше судно в эксплуатацию. То есть морской флот уже живет в действительности этого энергетического перехода. Что представляет из себя проблематика? Да? У вас, как у экономической единицы, живущей в реальном мире, есть два пути в соответствии этой дорожной карте. Либо внедрение новых технологий энергообразования у вас на судне, то есть индустрия должна найти энергетический конвертер, который будет более эффективный, чем двигатель внутреннего сгорания, либо вы должны использовать более чистые топлива, которые оставляют меньший углеродный след. И того, и другого, вот в идеале, чтобы достичь показателей 50-го года, сейчас не существует. И это еще предстоит изобрести. Индустрия, активная работа над этим идет, и мы являемся активным инициатором и промоутером этой работы и в рамках ИМО, и в рамках наших отраслевых ассоциаций. Вот в рамках этой работы нам вместе со своими партнерами
уже удается достаточно расширить сеть заправок LNG по миру на основных маршрутах транспортных перевозок. Что касается Глазговской конференции, возвращаясь к ней, то была принята декларация, что в мире возникнет 6 основных морских маршрутов перевозок безуглеродных к 2030 году. Но для того, чтобы они возникли, вот ту проблематику, о которой я сказал выше, предстоит еще решить. Вот, ну, не могу не задать наводящий вопрос. Вот смотрите, вот буквально недавно ГТЛК построила и передала в лизинг Норвегии, ну, по-моему, первый гибридный такой туристический лайнер, который работает одновременно на СПГ и на электротяге. И строит еще несколько таких же там, суперсовременных экологичных кораблей для, значит, Норвегии. Там же в Норвегии проводятся уже сейчас разработки кораблей на водородном топливе. Ну, пока такая, по-моему, неизведанная немножко территория, но как бы тем не менее. Что нам надо вот в российским компаниям, чтобы наша же российская ГТЛК построила и передала в лизинг вот такого рода современный экологичный транспорт морской? Ну, главным вопросом является, под каким регулированием находится бизнес той или иной компании. Да, если мы говорим про международное морское регулирование, у всех существуют единообразные правила и единообразные требования, если компания участвует в международных перевозках. И тут вопрос, в общем-то, наверное, не столько, как вот коллега уже говорил, типа энергии, который использует судно, а вопрос, какой углеродный след от этого получается. Да, потому что тот же самый водород имеет у вас, поскольку он сам не является энергоносителем, да, это производное. В основном, ну, если он не получен электролизом, что является наиболее экологически приемлемым способом его последующего потребления, то он все равно имеет какой-то карбоновый след. Да? И в зависимости от того, как он был произведен, так вас и отрейтингует то или иное, та или иная страна или вот классификатор, который надзирает за вашей деятельностью. Поэтому в настоящее время существует, как я еще раз сказал, вот, наиболее простой путь – это использование более чистых топлив. К таким топливам относятся потенциальным, но еще не доказанным, аммиак. К таким, опять же, произведенным экологическим способом, к таким топливам перспективным на морском транспорте относится метанол. Таким видам топлива потенциально относится водород. Для того, чтобы использовать каждый из этих топлив, нам необходимо, естественно, какое-то технологическое движение и внедрение новых технических средств и изменение конструкции судна. Это большие инвестиции. Вопрос, как это будет работать экономически и будет ли это ожидать стоимость этих проектов, будет ли оно встречать ожидания основных потребителей нашей услуги. Ну, то есть более жесткое международное регулирование, российское, которое будет подтягиваться, заставит вас фактически менять флот. Ну, просто обновлять парк, вот, да, как это говорится. Часть, не можете переделать мазутный двигатель. Это часть в настоящее время общей повестки судоходства. И мы в этом активно принимаем участие. Хорошо, спасибо, Андрей. Ну, вот вы Аэрофлот уже поменял во многом флот, да, и перешел к ну, таким более экологичным самолетам. Этого достаточно, или у вас тоже стоит сейчас вопрос, чего делать, чтобы соответствовать новым правилам, которые уже вводятся и, ну, явно будут ужесточаться? Спасибо, Марьяна, коллеги. Действительно, тут, значит, авиация оказалась аутсайдером среди транспортных отраслей, как мы только что, значит, выяснили, что, оказывается, больше всех загрязняем, кроме автомобилистов. Поэтому вопросы декарбонизации и экологии для нас давно стоят в повестке. И за последние 10 лет мы достаточно активно продвинулись. Правильно вы сказали, что основные наши направления – это замена флота на более современные, на более молодой,
Это нам позволило, во-первых, снизить выбросы практически на треть. Если в 2009 году основной такой удельный показатель это был 130 грамм СО2 на пассажирокилометр, сейчас мы достигли, как Аэрофлот и авиакомпания «Россия», около 90 грамм на СО2 на пассажирокилометр. При этом наш лоукостер, более эффективная компания с точки зрения количества произведенных как раз вот этих пассажирокилометров, он лидер по данному показателю, около 60 грамм СО2 на пассажирокилометр. Это даже лучше, чем самый эффективный, самый большой лоукост в мире Ryanair. Как так получается, что победа таких показателей? Количество часов и километров, которые выполняют в течение суток больше, соответственно, у тебя вот более эффективное использование флота, большее количество перевезенных пассажиров на километр с учетом загрузки воздушного судна. Соответственно, этот показатель даже лучше, чем у Ryanair, у крупнейшего лоукостера в мире. У него 66 грамм СО2 на пассажирокилометр. То есть это вот тренд, который мы 10 лет осуществляли, по которому мы шли. Действительно, мы видим, что это экологически эффективная была наша стратегия, она оправдывается, в частности, вот сейчас последнее воздушное судно, которое у нас приходит, Airbus 350, он позволил нам снизить выбросы на 25% CO2 по сравнению с флотом предыдущего поколения. Это тоже существенная величина, и мы понимаем, что тема декарбонизации в авиации, она важна не только для, собственно говоря, для экологии, для нас лично, она важна, как коллеги уже говорили, для инвесторов и для кредиторов, и для пассажиров, для клиентов, для наших. И, значит, есть разные исследования, вот крайнее исследование индекса Иванова, который Сбербанк CIB делает по итогам полугодия. Значит, мы уже посмотрели, что порядка 6% населения Российской Федерации знает, что такое ESG, конкретно понимает. В Москве это 11%. То есть эта тема для людей становится не просто, значит, какой-то информационной, но уже становится, скажем так, той темой, на основании которой принимают какие-то решения. Есть движение в мире, европейские движения, называется Flight Shame, которые рекомендуют вообще отказаться от перелетов, особенно на короткие расстояния. Понятно, что для нас это вызов, и мы должны доказать, что мы можем быть более экологичными, не нужно бояться летать. Да? А помните знаменитую историю с Гретой Тунберг, когда она летела на первую вот конференцию в Америку? Ну, она, по-моему, не полетела, а поплыла все-таки. Она как раз не полетела, чтобы снизить углекислый. Она поплыла, но дело в том, что вот дополнительные экипажи полетели, чтобы везти ее потом, значит, на кораблике обратно, и над этим даже западная пресса иронизировала. Естественно. Поэтому, конечно, задача наша показать, что мы тоже, как авиация, стремимся к углеродной нейтральности. И есть уже в стратегии, которую Минтранс утвердил по авиации, к 50-му году нужно быть углеродно нейтральным, к 35-му снизить на 40% выбросы СО2. И Международная ассоциация воздушного транспорта также приняла основной целью к 50-му году стать углеродно нейтральной. Это вот моменты, которые очень важны. Они также влияют и на вопросы финансирования для авиации. В авиации несколько сейчас, наверное, вот таких важных трендов, связанных с ESG, с зеленой повесткой со всей. Первое – это декарбонизация, которую я уже сказал. Второе – это вопросы, связанные с топливом, потому что авиация не может остановиться. Да? Собственно говоря, в России коллеги там с железной дороги здорово, да, но не могут покрыть всю территорию нашей страны. Есть такие регионы, куда железную дорогу невозможно проложить. Было бы здорово, если бы более экологичный транспорт двигался по нашей стране. Но, к сожалению, расстояние и условия не всегда позволяют это делать, поэтому мы не можем остановиться. Поэтому начинается разработка зеленого топлива, SAF, так называемого, Sustainable Aviation Fuel. Мы с «Газпромнефтью» подписали меморандум о том, что мы хотим продвигать это топливо в России. Сейчас коллеги активно занимаются его разработкой. И мы понимаем, что это тренд, как минимум, на ближайшие там, 20-30 лет. И параллельно идет, значит, разработка водородных двигателей. Вот из СМИ мы читали, что «Ростех» начал разработку водородного двигателя. Коллеги из «Airbus» к 35-му году обещали выпустить самолет Net Zero нейтральный, соответственно, на водородном двигателе. Электрические двигатели в авиации. Но все это, наверное, вот будущее 20, 30, 40 лет, потому что
технологии действительно новые, которыми еще никто всерьез, наверное, не занимался. Если в железной дороге тоже давняя история, то здесь, конечно. И с точки зрения финансирования тоже мы видим, что сейчас вся ESG-повестка, не только экология, да, они являются достаточно важным критерием и мерилом. Да. Вот Елена сказала, что действительно у нас есть рейтинги ESG, MSCI, ESG, BB. И мы видим, что и рейтинговое агентство, например, Fitch, которое нам выставляет кредитный рейтинг, уже смотрит на наши ESG показатели, пока не применяет их при оценке, но уже тренд очевиден. Банки начинают смотреть на ESG наши рейтинги. У нас есть соглашение одно с Совкомбанком, в соответствии с которым ставка привязана к уровню ESG нашего рейтинга. Проблема с ESG-финансированием, еще кратко тоже скажу, что в отличие от других отраслей в авиации все-таки не так много зеленых проектов можно реализовать. Мы все-таки заложники, наверное, вот этого технологического перехода, да, создания этих новых двигателей. Поэтому, конечно, мы ждем ESG-привязанного финансирования, а не ESG, так сказать, чисто зеленого на зеленый проект, а привязанного к рейтингу. Вот, наверное, основные тренды. Смотрите, про финансирование говорить, ну, не зеленое, ну, хотя бы простое, хоть какое-нибудь финансирование. Вот вас 2 года дотировало государство, ну, понятно почему, потому что пандемия, ну, 2. Ну, ладно, с прошлого. Только в 2020 году. Ну, ладно, опять не потому, что вы плохо хозяйничаете, давайте сразу вас в этом смысле защитим, вряд ли вы нуждаетесь в моей защите, но тем не менее. Ну, из-за пандемии, естественно, понятно, что вы там прошлый год вообще не летали, это, конечно, беспрецедентная совершенно история. Но тем не менее, откуда вы сейчас берете деньги на обновление там парка того же, ту же разработку зеленого топлива? Я понимаю, насколько это дорогое удовольствие. Вот где деньги? Где они у вас там лежат? В каком ящике? Ну, где деньги? Деньги в банках, как обычно тут. Коллеги, сейчас, я думаю, расскажут, где они их берут. Это их, то есть я к тому, это их, что государство, это их задача. Роль государства в финансировании, чтобы оно становилось, наверное, в результате зеленым, но вначале оно каким все-таки должно быть, государственным или это бизнес? Ну, смотрите, наверное, на ком издержки? Наверное, на наш взгляд, должна быть поддержка всех их зеленых инициатив каких-то. Да? То есть, условно, переход на более зеленое топливо каким-то образом должен поддерживаться со стороны там, государства. Скорее, с точки зрения, может быть, налоговых льгот каких-то. Этой системы сейчас нет. Да, мы сейчас вот о чем говорит Елена и коллеги, что пока нет общего механизма понимания и подсчетов, и поддержки всего этого зеленого перехода. Но я думаю, что это все сейчас, вот то, что мы слышим, это все в стадии формирования. Мы придем, поймем. Поэтому, понятно, сейчас деньги все обычные, банковские. Но, конечно, хотелось бы больше, чтобы коллеги уделяли внимание зеленым финансам. Я знаю, что и Сбербанк, и ВТБ, и ВЭП, они все достаточно активно смотрят на эту. Ну, не буду, опять же, у коллег отнимать хлеб, пусть они сами расскажут, но активно в этом направлении работаем, мы с ней общаемся. Понятно, спасибо. Это вот Анатолия Храмцова хочу спросить еще, да, про РЖД. А давайте вот сразу к топливу, видам двигателей и так далее. Вот у вас есть план как бы перехода окончательного, там, не знаю, к электрическим хотя бы для начала поездам? Ну а потом уже, может быть, на каких-нибудь воздушных подушках, там, водороде и там чем-то еще. Спасибо. Вот шли по порядку, и опять Елену обидели. Мы только говорили с вами перед началом о гендерном равенстве. Ну ладно. Да, на сегодняшний день 2 направления, которые есть. Про электрификацию, о которой уже говорили. Я не буду переходить на долгосрочную программу электрификации железных дорог. Среднесрочная программа – это на 3 года 1400 километров мы должны электрифицировать. То есть последовательность движения в этом направлении есть. Второе направление – это перевод наших передвижных источников, а именно тяговую часть железнодорожного транспорта на альтернативные виды источников. Здесь есть проблема, что если рассматривать, например, газомоторную часть или турбогазовую часть, даже водородную часть – я позволю себе оставить ее напоследок, есть проблема. На сегодняшний день нет эффективной силовой установки, которая выпускала бы наша промышленность в части газомоторного двигателя. И эта проблема
Сейчас, на сегодняшний день, у нас в разработке находится 7 проектов в части газомоторной силовой установки, где мы с компаньонами вместе зашли. Я думаю, что реализация... Первый локомотив маневровый, это, кажется, Синарский, он должен появиться на следующий год. В следующем году. У них совместный проект с «Газпромтранс», и вот на следующий год он должен появиться, это маневровый локомотив. На сегодняшний день у нас в эксплуатации на Урале находится 2 газотурбинных магистральных тепловоза, ГТ-1 и ГТ-2. Они эксплуатируются на сегодняшний день, как пилотные проекты были, они эксплуатируются на железных дорогах, начиная с 2015 года, в постоянной эксплуатации, нарабатывают опыт. Но я еще раз говорю, это газотурбинные силовые установки, и там есть несколько ряд вопросов для дальнейшего их развития, потому что газотурбинные силовые установки, они такие узкоспецифичные отрасли, она чаще применяется в самолетостроении, и то даже скорее в определенных видах самолетостроения. Что касается водородной тематики, мы зашли... Проект под названием «Сахалин», наверное, все слышали, да? Это комплексный проект реализации водородного направления. Потому что рассматривать водородное направление с точки зрения создания силовой установки, это неправильно, потому что основные вопросы, на мой взгляд, водородной тематики лежат в комплексе. Кроме производства, транспортировка и всего остального. Вот водопроводная тематика, она на сегодняшний день до такой степени захватила умы, но окончательного решения никто не видит, решения водородной тематики. Но движение в этом направлении есть. Я с удовольствием услышал, коллеги говорили, особенно с Морфлота, о том, что есть альтернативные виды топлива. Аммиак, к нему несколько раз подходили. Да? Несколько раз уже на протяжении, будем говорить, включая 20 век, подходили к аммиаку и к метанолу и отошли. Поэтому... Есть движение, и в российских железных дорогах именно по созданию альтернативных видов топлива. У нас работает еще с 2018 года маневровый локомотив на газе. Он тоже работает на газе. Газомоторная силовая установка, не газотурбинная, а газомоторная силовая установка. К сожалению, производитель этой силовой установки прекратил свое существование, завод, я уж не буду говорить, как он называется, но и мы в результате остались без этой силовой установки. То есть наработки у нас есть, и я думаю, что в периоде 3 лет мы должны получить результат. Мы должны получить результат, и это вызов и российским железным дорогам как заказчика, и вызов, конечно, нашей промышленности. Слушайте, а вот история с водородом, вот она меня очень интересует. Я уже там на каком подряд форуме, там какая подряд дискуссия, вот задаю вопрос про водородные вот эти все новые виды там двигателей, да, или там чего-то. И все говорят, да-да, вот водород это самое перспективное. Ну, а вот конкретно что, спрашиваю я, и никто не отвечает. То есть вот все говорят, что самый перспективный водород, ни одного конкретного проекта, который был бы, ну, хотя бы как-то вот не просто визионерский, а как-то хоть более рамочно очерчен. А именно вот что будет вот это водород. Дирижабли вообще, ну что это? Нет, водород это обыкновенное топливо для той же силовой установки. То есть это топливо. И водород еще рассматривают же не только от того, что нет выбросов СО2 и отсутствует парниковый эффект от этих выбросов. Если водородная тема подойдет к логическому завершению, там очень большой шумовой эффект. Водородный двигатель практически не имеет шума. Это самый бесшумный двигатель, вот как позиционируют в лабораторных условиях. Это тоже один из моментов. А водород – это просто топливо. Водород – это топливо. Вот у РЖД был проект, вот если говорить про зеленое финансирование, был проект с ВТБ «Капитал», по-моему, еще в 2019 году. Да, и, по-моему, довольно успешно был проект по зеленому финансированию. Ну, то есть вы такие пионеры зеленого движения, зеленого финансирования на транспорте. А сейчас вот есть такого рода зеленые проекты, вот как раз по получению именно там, дополнительных финансов и льготных? С зелеными банковскими решениями мы начали заниматься, наверное, 3 года назад. И первые выпустили, причем это международный рынок, зеленые облигации. Зеленые облигации, и
практически эти облигации, которые мы выпустили на очень выгодных условиях, на очень выгодных условиях, там было только условие, что мы средства от этих зеленых облигаций должны использовать только на, непосредственно на те объекты, которые экологически чистые. Ну, например, мы закупаем поезда «Ласточка», да, поезда «Сапсан». Можем закупать электровозы, потому что они являются экологически обоснованными. Но, кроме того, в этом году, в июле, это первый раз в транспортной отрасли, мы взяли ESG-кредит. ESG-кредит от Международного банка. И этот ESG-кредит, он с привязкой к экологическим KPI. У нас на сегодняшний день есть программа определенная. И вот если мы будем ее выполнять, то банковский сектор нам снизит ставку. Если будем переполнять, еще снизит. А если не будем выполнять, он ее повысит. Вот мы возошли в такой проект, пока мы выполняем взятые на себя обязательства, и думаю, что вот на следующий год у нас будет определенная контрольная точка, мы сверимся, где находимся, и увидим, какая ставка у нас будет. И вот, пользуясь случаем, мы все заговорили, я произнес слово ESG, мы так все любим это слово говорить, там, рейтинговые оценки по ESG, и мы почему-то все приходим только к первой букве, environment, да? А там же еще social, governance. И вот оценка рейтинговых агентств, когда делают оценку по ESG стандарту, они учитывают все факторы, и social, и governance. Вот это тоже очень важно, и мы это поняли, когда зашли вот на эти кредитные истории. Вот то, что происходит у нас вот на сегодня. И я так понимаю, что это только начало. То есть это приветствуется, и особенно вот регулирование в банковской сфере приветствуется на зарубежном рынке. Спасибо. Ну да, там, понятно, с зеленым финансированием больше и уже регламентов больше, понятнее на что опираться. Вот Александр Кондрашова хочу задать, вот как-то у нас так пошло в ту сторону уже, да, продолжим. Ну вот смотрите, а вы, вот опять, если говорить про там, методологию и там, ну, сумму, которая понадобится, вот в ЭБИ не пытались еще подсчитать, ну, хотя бы примерные параметры этого зеленого перехода? Ну вот потому что я очень разные цифры видела, ну вот там то триллион долларов на 10 лет, да, вот вообще для России, говорят, понадобится для зеленого перехода. Вот Минэкономразвитие, вот как раз если говорить про стратегию 2050, не указывает никаких пока конкретных цифр, насколько я знаю, да, но вот меры, косвенно связанные со снижением выбросов, оценивают в 4,5 почти триллиона рублей. Вот вы не пробовали уже считать инвестиции в транспортной сфере, вот, которые понадобятся, их стоимость? Знаете, здесь не может быть, я думаю, одной какой-то единой цифры, потому что могут быть очень разные подходы. Но я вначале хотел пошутить, что самый оставляющий след транспорт, да, это дизельный поезд, который везет уголь из Кузбасса в Советскую гавань. Вот. Но, конечно, по правде это нет, Игорь прав, то есть самый грязный транспорт – это автомобильный. И когда мы, вот я просто на примере автомобильного покажу, почему цифры могут быть очень разные, смотря какой подход использовать. Есть, например, Красноярск. В Красноярске нет, соответственно, трубы газовой большого диаметра, которая позволяла бы общественный транспорт, да и личный, перевести на газомоторное топливо. Поэтому там все ездят либо на бензине, либо на дизеле. В то же время там есть дешевое электричество. Но в настоящий момент нету, скажем так, технологий, которые гарантированы в климатических условиях Красноярска, позволяли бы осуществить при этом достаточно экономически оправданный переход на электрическую тягу во всех видах транспорта. Вот мы можем одним путем пойти, трубу подтянуть, да, а можем, соответственно, смотреть на технологии по мере их развития, да, что будет происходить. Поэтому цифры огромные, огромные. Плюс, если, опять-таки, мы говорим про общественный транспорт, включая и пассажирский, железнодорожный транспорт, то там будет стоять вопрос не только перехода, да, давайте там более грязную топливную составляющую заменим на более чистую, но будет еще стоять вопрос инфраструктуры. Потому что если мы берем транспорт
рельсовый в городах и электрический в городах, в которых он в какой-то степени сохранился, хотя я думаю, что ни для кого не секрет, что Россия мировой лидер по ликвидации электрических транспортных систем за последние 30 лет. То есть во всем мире наблюдается обратная абсолютно тенденция. Она называется трамвайным ренессансом. Это такой термин, устоявшийся в профессиональных кругах. У нас тенденция абсолютно обратная. Да? То есть мы троллейбусные и трамвайные системы активно закрываем и продолжаем, в общем-то, их ликвидировать. А почему так происходит? А происходит по причине отсутствия долгосрочной стратегии. Да? То есть нет стимулов развивать тот транспорт, в котором нужны длинные деньги, эффекты тоже долгосрочные. Это я мягко сказал, там причин намного больше, да, то есть, соответственно, зачастую это было вызвано и, что скрывать, определенными как бы корыстными интересами. Все помнят, Москва тоже была заполнена маршрутками, не самым экологическим видом транспорта. Я могу назвать пару десятков региональных столиц, где ситуация такая же, как в Москве в конце 90-х. Мы про это уже здесь забыли. Да, все эти желтенькие там, и беленькие газели, толпящиеся в три ряда около станции метро. А в многих городах это текущий день. Соответственно, у нас не самый благоприятный климат, поэтому они, в общем-то, редко глушат двигатель, я так скажу, да. Поэтому это действительно, с точки зрения экологии, ну, наверное, ключевой момент. Сейчас ситуация меняется. И коллеги упоминали о том, что нет в настоящий момент мер поддержки по реализации, ну, давайте мы используем слово ESG-проектов в транспорте. Но это не совсем так. То есть в общественном транспорте эти меры есть, их даже несколько. Есть достаточно крупная субсидия по линии Минприроды в национальном проекте «Чистый воздух». Соответственно, 12 городов попали в этот проект, и они в этом году активно, соответственно, меняют дизельный транспорт на электрический и на газомоторный. Это... Ну, а вот меры поддержки какие? Ну, потому что в Европе все просто. Ты покупаешь электрическую машину, ты освобождаешься от налогов дополнительных, ты не платишь там за парковку, нет платного въезда в центр города, ну там как в Лондоне, например. Ну и еще везде понатыканы зарядки электрические. А вот у нас что? Как мы стимулируем хотя бы вот в этих городах, чтобы люди переходили на электромобили? Я сейчас говорю про транспорт общественный, то есть это автобусы, троллейбусы, трамваи. Про личный чуть-чуть позже скажу. Вот, давайте вернемся, потому что тема важная. Да, вот эта программа, которую я упомянул, она направлена именно на общественный транспорт. То есть, по сути, города подавали заявки, они считали свой текущий углеродный след от общественного транспорта, ставили себе цель, целевой показатель, что я достигну вот этого целевого показателя, предприняв вот следующие меры, я условно дизельный автобус поменяю на газомоторный, здесь уберу маршрутки, разовью троллейбусную сеть, а здесь модернизирую трамвайную. Мне для этого нужны вот такие-то капвложения. Соответственно, Федерация эти капвложения софинансировала в достаточно как бы, большой доле. Это первая программа. Вторая программа есть по линии Минтранса, она действует уже третий год в рамках национального проекта БКД. Это субсидия на приобретение газомоторного магистрального автобуса, работающего на магистральном маршруте в городе, в городской агломерации, либо на приобретение подвижного состава электротранспорта, вагона трамвая, либо троллейбуса. На 5 лет там выделено 20 миллиардов, там идет огромная скидка в 60% от стоимости транспортного средства. Ну вот, соответственно, на последнем госсовете было принято решение, поручение президента о продлении данной программы до 2030 года. Вот. Кроме того, сейчас же утверждены были 42 федеральных инициативы, одна из этих инициатив называется «Мобильный город». И по ней предполагается льготное возвратное финансирование за счет средств ФНБ. Сейчас Минтранс с коллегами с нашим участием тоже разрабатывает подходы и правила по этой программе. Но предварительно мы видим, что опять-таки туда не будут
допущены транспортные средства, которые работают не на газе и либо не на электричестве. Это вот что касается общественного транспорта. И там же, кстати, на Госсовете было дано поручение президента о том, чтобы проработать серьезнейшим образом, это достаточно короткий срок доложить, о возможности использования текущей железнодорожной инфраструктуры городов для осуществления городских пассажирских перевозок. Опять-таки, да, у нас люди не будут ездить больше, они просто пересядут из дизельных маршруток, соответственно, на аналоги МЦК и МЦД. Что в Москве произошло, соответственно, и это тот же МЦК, суперуспешный проект с точки зрения пассажиропотока, превышивший, в общем-то, те ожидания, которые были. Вот. Что касается личного транспорта, есть огромная программа Минэко, и по ней можно назвать цифру, да, то есть там до 30-го года предполагается инвестиции порядка 1 триллиона рублей. Это деньги, которые должны идти в инфраструктуру зарядочную. И это не только бюджет, это бюджет и вне бюджет. В развитии инфраструктуры зарядок для личного транспорта и, соответственно, меры по стимулированию, по производству электрических автомобилей, ну и их, соответственно, так сказать, приоритизация на рынке личного транспорта с точки зрения приобретения. Ну, в общем, то есть на самом деле... то есть мы по европейскому пути фактически идем вот в этом аспекте, да, и будем там стимулировать людей переходить на электромобили, наконец. Да, ну, да. Очевидно, и к 30-му году, наверное, должны как-то вот достимулировать. Я, знаете, я часто задаю вопрос, а кто не знает, какую в стране, в каком городе в стране больше всего электромобилей? Ну, ответ очень простой, это город Благовещенск. Вот. По одной простой причине. Там дешевое электричество, и Росгидро там сделал собственные большие инвестиции в инфраструктуру зарядочную. Когда люди понимают, что у них перестают присутствовать барьеры, связанные с тем, что он проедет 100 километров и дальше не сможет зарядить автомобиль, вот эта ситуация, она, в общем-то, стирает климатический барьер даже. И на сегодняшний момент Благовещенск номер один в стране по электромобилям на душу населения. Вы знаете, ну такое это лирическое отступление, но тем не менее, обычно Голливуд подхватывает мировые тренды и самые, ну такие передовые. А тут я недавно посмотрела такой фильм «Катастрофу», и там главные герои пытаются убежать на электромобиле, ну там от надвигающейся опасности, ну понятное дело, электричество скоро у них садится, и они там воруют обычную какую-то там бензиновую машину каких-то других людей. Вот совершенно не в разрез с трендом, я бы сказала, вообще сюжет этого сериала, но, видимо, все-таки понимают, ну, ну, какая реальность, во всяком случае, пока, да, там ненадолго хватает зарядки, там прочее-прочее. Слушайте, а можете развить мысль, это любопытно, по поводу тренда на вот общественное, действительно, вот в Москве срезали, по-моему, все трамвайные пути, вообще какие были. То есть получается, это, ну, не в тренде. Ну, не так. В Москве, слава богу, трамвайные пути не срезали и даже пытаются строить новые, там, успешность, не будем обсуждать этого, но в Москве срезали абсолютно, ну просто закрыли троллейбусную систему. Этот факт есть. Вы знаете, к этой ситуации очень двоякое отношение. Одни считают, что это ошибочное решение, но важно что понимать. Троллейбусная система в настоящий момент заменена на систему электробусную. И Москва является мировым лидером в электробусах по количеству их использовать в настоящий момент. Критики говорят следующее. Не надо было убирать троллейбус, надо было убирать дизельные автобусы и заменять их на электробусы. Да? Мы бы, как жители, пожили еще там, десяток лет с висящими над нами проводами, и как бы, вот это было бы более правильно. Это как бы одно мнение. Другое мнение, оно, соответственно, наоборот, это поддерживает. И говорит, ну, прекрасно, Москва стала мировым лидером и так далее. Я вам скажу свое личное отношение. Я считаю, что Москва делает, неважно как, но она делает огромное дело, инвестируя большие средства в развитие этого рынка. Если бы Москва не вышла на этот рынок со своим огромным заказом, не взяла двух крупнейших российских производителей автобусов, не вовлекла в этот проект, я говорю о КамАЗе и о группе ГАЗ, то... не было бы у нас сейчас электробусов. А благодаря этому ВЭП сейчас сотрудничает по транспортным реформам в сфере общественного транспорта примерно с 40 регионами. Мы как минимум с десятком из них
обсуждаем пилотирование в следующем году электробусов. Не было бы примера Москвы, не было бы того появившихся производителей российских, на которых можно опереться, не было бы этой ситуации. Хорошо. Критиковать легко того, кто ничего не делает. Да, ну это понятно, да, критиковать все любят. Хорошо, Андрея Киселева хочу попросить присоединиться к разговору. Вот сколько у вас сейчас вот ВТБ инфраструктурный холдинг, да, сколько у вас зеленых проектов, и ну, вот на что вы прежде всего обращаете внимание при выделении денег? То есть вот какие приоритеты, я не знаю, как компании должны подтверждать зеленый статус своих проектов, да, там, если они хотят получить льготные кредиты? Да, большое спасибо за вопрос. У нас на сегодня в инфраструктурном холдинге ВТБ 14 проектов. И мы являемся инвестором в так называемую обеспечивающую инфраструктуру. Мы не эксплуатируем железнодорожные составы, мы не эксплуатируем морские суда, не эксплуатируем самолеты, но мы строим объекты инфраструктуры, которыми пользуются пользователи. У нас в составе наших проектов есть дороги, туннели, мосты, аэропорты и порты. И, наверное, тот эффект, который наши проекты дают на зеленую повестку, можно разделить на две части. Первый эффект – это косвенный, который на самом деле получается за счет тех пользователей, которые пользуются нашей инфраструктурой. И можно говорить о эффекте прямом, который достигается непосредственно нами в ходе строительства и эксплуатации этих объектов. Если смотреть на косвенные эффекты, то, например, на дорожном проекте автомобильная дорога западный скоростной диаметр, огромный объект, первая внутригородская платная дорога в России, у нас каждый день совершается 400 тысяч транзакций на дороге. 400 тысяч людей платят за проезд по дороге. И мы видим тот косвенный эффект, который достигается за счет того, что люди перестали ехать по центру города и едут по скоростной дороге. Мы видим эффект снижения выбросов, эффект экономии. И мы понимаем, что это просто наши пользователи обеспечивают такой эффект, и мы просто дали им возможность этот эффект достичь. И мы думаем о том, как мы можем помочь пользователям достичь еще больший положительный эффект. Например, мы вкладываем средства для того, чтобы ускорить проезд пользователей через пункты взимания платы. И если пользователь вынужден остановиться для того, чтобы оплатить проезд, а потом ускоряться после того, как он это сделал, и набирать скорость, то выхлоп от двигателя будет больше. И мы озаботились тем, как сделать так, чтобы вот этот эффект от снижения скорости и потом ускорения был меньше. Мы вложили деньги в вынос антенн на пунктах взимания платы еще дальше, и теперь пользователи могут проезжать пункт взимания платы, снижая скорость только до 40 км в час. За счет этого мы экономим для пользователей топливо, и пользователи, соответственно, снижают выбросы, вредные выбросы в атмосферу. За счет повышения скорости на пункте взимания платы мы, например, теперь меньше тратим деньги на ремонт и замену дорожного покрытия, потому что теперь оно меньше собирается в гармошку, меньше колейность, меньше эффект торможения и ускорения. Соответственно, мы меньше закупаем, меньше срезаем это топливо, мы меньше его потребляем, меньше его выбрасываем. Это вот такие, скажем так, косвенные эффекты, которые мы получаем за счет того, что другие пользователи пользуются нашими проектами. Но есть прямые эффекты, и вот здесь, я думаю, наш вклад первоначальный тоже существенный, но он часто остается за кадром. Как было уже совершенно корректно сказано, повестка ESG это три слова, и экология только один из аспектов. И когда мы запускали наши первые проекты, нашими кредиторами, участниками синдиката были международные финансовые организации. Там Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Всемирный банк. И они, когда подходят к финансированию проектов,
они просто не дают деньги, они не участвуют в проектах, если проект не ставит галочку в соответствующей клеточке. Это уже не вопрос стоимости финансирования или его условий. Просто либо оно будет, либо его не будет. И поэтому вот этот первоначальный посыл к нашим первым проектам был именно такой. То есть если мы демонстрируем, что наш проект соответствует этим принципам, то мы получаем это финансирование. И, конечно, на этапе структурирования наших проектов мы должны были показать прямой эффект, как мы вкладываем в эту повестку, как мы обеспечиваем управление, как мы привлекаем новые технологии, как мы обеспечиваем безопасность работы наших сотрудников, как на этапе строительства проекта, так и на этапе его эксплуатации, как мы внедряем новые технологии, привлекаем новых людей в какие-то отдаленные точки, новые специальности, новое программное обеспечение, новые продукты, и как мы влияем на экологию в ходе строительства и эксплуатации нашего объекта. И вот эти те прямые эффекты, которые мы оцениваем, и тут вот в качестве тоже примеров могу привести. Мы заменяем освещение, это самое простое. Мы на наших дорогах заменяем освещение, устанавливаем датчики, которые включают освещение в зависимости от освещенности, его усиливают, ослабляют. Мы меняем лампочки на энергосберегающие. Например, мы, когда убираем дорогу и на дороге распыляем реагент, мы следим не столько реагента, сколько мы должны по нормативу распылить, а мы распыляем ровно столько, сколько даст нам нужный эффект по дорожному покрытию. И обычно это меньше, чем требуется нормативу. Мы собираем тот песок, который разбрасываем по дороге для того, чтобы улучшить сцепление. Мы его собираем, утилизируем. Мы регулярно чистим те стоки, которые образуются на дороге, в том числе там, и от проезжающих машин, дождь, таяние снега. Мы эти стоки очищаем. Мы следим за качеством того выброса, который идет у нас дальше в водоем. Мы выпускаем мальков. Я думаю, рыбаки в тех регионах, где мы построили свои проекты, крайне довольны. В некоторых регионах выпускали краснокнижных. Мальков зачем выпускаете? Рыбу, восполнение флоры, фауны. И выпустили в несколько сотен тысяч мальков, в том числе и краснокнижных особей рыб. Поэтому я думаю, рыбаки, в общем, во многих этих регионах довольны. Вот, мы высаживаем... К рыбному бизнесу начинаете абсолютно. Присматриваться, да? Да, мы обеспечиваем этот рыбный бизнес. Вот, мы высаживаем деревья, да, и поэтому мы подходим, мы очень рады видеть тот косвенный эффект, с которого я начал, но в том числе мы очень внимательно оцениваем тот прямой эффект, который оказывают наши проекты как на этапе строительства, так и на последующей этапе эксплуатации. Ну, спасибо большое. Такая политика возможного, да, у вас про мальков вообще здорово. Спасибо. Константина Трофименко хочу спросить. Вот вы же автор одной из немногих в России, может, вообще даже единственной диссертации по экологии транспорта и специалист по региональной политике в этой сфере. Так вот, хочу спросить, вот тоже возвращаясь к регионам и там к разным городам, а то как-то вот про Москву начинают все время все равно туда сворачивать, как в сторону столицы. Вот регионы. Какие реформы транспортных систем в городах нужны для улучшения экологической ситуации? Давайте. Спасибо, вот. Очень хороший вопрос. Значит, на самом деле реформы сейчас идут, и идут на самом деле абсолютно беспрецедентными темпами по сравнению с тем, что было раньше. Во многом этому поспособствовал национальный проект «Безопасные качественные дороги», инициированный Минтрансом несколько лет назад. И вот в рамках этого проекта обязательным условием получения федеральных денег на развитие транспорта регионов и городов является наличие документов транспортного планирования, которые четко бы показали, что действительно у города есть ориентиры, понимание, как он будет развивать свою транспортную систему, как ее будет реформировать, как будет осуществлен переход именно от состояния дикого рынка с маршрутками и пробками в цивилизованную устойчивую парадигму. Вот. Но
с чем мы сталкиваемся, когда разрабатываем эти документы, я лично, допустим, как человек, который их разрабатывает, с тем, что в целом Минтрансом определенно ориентировано то, что там должны быть в том числе показатели экологичности этих реформ. Но конкретные методики не определены. Вот у нас, кстати говоря, в Минтрансе была дискуссия на эту тему. Вот я им прямо говорил, что, ребят, ну если вы такие требования даете, то, пожалуйста, давайте методики, которые позволят действительно всем это оценить. Но, к сожалению, ответ был, что пока вот пускай все используют, ну, кто как привык считать, тот так и считает. Между тем, даже сам предмет оценки в этих документах, он разный. То есть есть три основные документа. Это программа комплексного развития транспортной инфраструктуры ПКРТИ, где нужно оценить именно эффект от строительства новых объектов, там, туннелей, мостов, новых дорог. Значит, есть комплексная схема организации дорожного движения, где нужно оценить эффект от перераспределения потоков. Вот это, кстати, может быть самый важный аспект с точки зрения экологии. И комплексная схема организации обслуживания населения общественным транспортом, где нужно оценить, как новая маршрутная сеть оптимизированная будет, соответственно, также влиять на экологические параметры. Ну вот, допустим, если... вот что самое важное, то, что вот такая унифицированная методика как раз могла бы лежать в основе вот того самого зеленого финансирования, и если бы вообще-то коллеги в городах, кто занимается этим на местах, понимали, что каждая нейтрализованная тонна СО2 – это деньги, я думаю, что процесс пошел бы гораздо быстрее, и вот это осознание, оно бы на местах быстро проснулось, что экологический эффект – это не какая-то формальная штука, которую нужно соблюдать как дань моде, а это именно действительно реальное средство привлечения финансирования, инвестиций в реформирование транспортной системы. И, кстати говоря, вот пару лет назад, до пандемии, на еще эпоху, довелось мне быть в Федеральном министерстве транспорта Германии. И вот тоже модное слово «цифровизация». Как раз коллеги немцы рассказывали, как они собираются внедрять разные беспилотные технологии, системы управления трафиком и так далее. И вот я спрашиваю их, а товарищи немцы, камарады, а вот ради чего вы хотите внедрять все эти технологии? И они говорят, исключительно ради декарбонизации и экологического эффекта. То есть они это рассматривают как некий интегральный вообще показатель эффективности всех их реформ. Ну вот, собственно, к этому я призываю и наши власти, и наш Минтранс, и наши города, потому что действительно это возможно. Ну, возможно, услышат. Ну, наше время практически подошло к концу. Я хотела бы задать тоже такой один вопрос, ну, по возможности всем. Вот просьба прям коротко отвечать. Вот давайте попробуем оценить зеленый ценник, о котором мы тут уже вот говорили как-то вскользь. Ну, то есть насколько вырастет для потребителя, ну, вот его стоимость? Или получится все-таки как-то сбалансировать так, что не будет повышения в разы цен на авиабилеты, там, ну, любые билеты, тарифы, ну, там и прочее, прочее, прочее. Вот можно тогда прям давайте, если... Если коротко, ценник достаточно высокий, но задача государства в том, чтобы этот ценник сбалансировать и сделать приемлемым. Я думаю, тут кроме ценника у нас есть определенные технологические ограничения, потому что мы транспортники, мы не разработчики технологий, да, и, соответственно, полностью, или, скажем так, в большей части зависим от машиностроителей, да, от промышленности. И вопрос, во сколько им встанет или сколько они потратят на разработку новых технологий преобразования энергии, он релевантен. Поэтому прогнозировать тут сложно. Я поддерживаю коллегу, да, что действительно мы не разработчики. Это надо обратиться к ним. Но я думаю, чем массовее это будет, тем ценник будет больше снижаться. И когда это единичный экземпляр, то, конечно, цена будет запредельная. Если это будет массово по всей цепочке, то, я думаю, можно будет все это сбалансировать. Но без поддержки государства, конечно, не обойтись здесь.
Слушайте, ну я позволю себе все-таки смелость и озвучу какие-то цифры. На самом деле, не наше исследование, в прессе вот буквально накануне как раз-таки вот, стратегии, которые были озвучены, COP26, прошло, что на сегодняшний день по подсчетам аналитиков, причем это международная цифра, на 25-30% будет увеличение стоимости. Это теоретическая цифра. Прямо ого-го. Это теоретическая цифра, но она пугающая. Может быть, имеет смысл говорить о таких цифрах сейчас, для того, чтобы у нас была возможность как-то самортизировать этот эффект. Но если говорить про конкретные шаги, мы с вами говорим про SCOPE-1, SCOPE-2, SCOPE-3. И SCOPE-3, SCOPE-1 это то, что, собственно, сам углеродный след, который бизнес-единица оставляет. SCOPE-2 это та энергия, которая потребляется бизнес-единицей, качество той энергии, которая потребляется бизнес-единицей. И SCOPE-3 это работа с контрагентами, работа с цепочкой поставок, то, какой эффект имеет деятельность бизнес-единицы уже дальше, как бы, когда ушло из-под контроля продукция, которая выпускается, ушла из-под контроля бизнес-единицы. Так вот, если про SCOPE-1 и SCOPE-2 сейчас говорят и регуляторы, и рейтинговые агентства, и это уже обязательно оцифровывать и понимать, и в том числе и финансовый эффект от этой деятельности, то к SCOPE-3 пока никто не приступил, а мы понимаем, поскольку там автотранспорт, поскольку там перевозки, что там до 90% вот этого углеродного следа может фиксироваться. Поэтому пока мы не подойдем к SCOPE-3 и не оцифруем, и не поймем масштаб финансового бедствия, сложно об этом говорить. Но прогноз 25-30%. Спасибо, Марина. Вот заговорили, сколько это будет стоить. А у меня есть слайд. На сегодняшний день мы запустили проект «Экологический калькулятор» для клиентов на железнодорожном транспорте. Можно этот слайд поставить? Потому что объяснить это практически невозможно. Вот да, пожалуйста, пожалуйста. У нас есть слайд. Пожалуйста, вот посмотрите, да, то есть заходишь на официальный сайт ОРЖД, там пошагово все написано, в грузовые перевозки, онлайн-сервисы, в результате выбираешь маршрут. Здесь маршрут какой у нас указан здесь? А вот маршрут указан, Хабаровск, Нижний Новгород, 60 тонн нефти. В результате сокращение выбросов составило 317 килограмм. За этот маршрут. Это первый этап экологического калькулятора. Следующий этап будет. Клиент, мы доработаем до конца года его, он только пилотный проект, вот сейчас начинаем. Причем 58 тысяч с июля месяца зашло сюда клиентов и воспользовался этим калькулятором экологическим. А это говорит о том, что на сегодняшний день зеленая тематика, она уже живет в нашем обществе. Это очень такой социальный срез, на мой взгляд, очень важный. А в дальнейшем у нас окончательная целевая модель этого проекта состоит в том, что клиент выбирает... маршрут, зеленый маршрут, где он пользуется только электротягой, стоимость такая. Выбирает маршрут, где есть теплотяга, стоимость другая. И он сравнивает на сегодняшний день с автомобильным, здесь вот сравнение с автомобильным транспортом, а с любым альтернативным транспортом. Это вот от того, сколько это будет стоить. А здесь я согласен абсолютно с то, что сказала Лена. Ну, 25% все сходятся. Все понятно, сходятся. Потому что пока он выбирает, а потом будет безальтернативно все зеленое. Ну, скорее всего, все-таки будет. Тут уже будет не до выбора. Да, можно дальше? А я вот хочу абсолютно поддержать вашу фразу последнюю. Это же вопрос ментальности. Мы сейчас говорим о переходе, да, считая условно грязные технологии текущей нормальностью, а ESG новизной. А давайте ESG считать нормальностью, а текущие технологии архаизмом. И тогда как бы будет совсем другое отношение. Тогда повышение на 30% будет как-то, как это, как-то сглажено. Мы будем чувствовать себя, во всяком случае, современными, да, современными людьми. Соучастниками, прогрессивными. Соучастниками прогресса. Да. Соучастниками прогресса. Это прекрасная формулировка. Андрей, спасибо за нее большое. Я ее прямо буду применять, если разрешите. Хорошо, дальше про ценник соучастников прогресса. Да, но мы просто не беремся за проекты, которые не соответствуют этим принципам. Мы на входе реализуем эти проекты и беремся за них, зная, что мы их будем реализовывать в соответствии с этими принципами. Поэтому мы первый проект наш сертифицировали по программе, разработанной в ВБРФ, и сейчас планируем все остальные наши проекты тоже пропустить через эту систему сертификации. Первый проект получил золотую оценку. Мы надеемся, что все остальные тоже получат и такую же. И новые проекты мы начинаем реализовывать, исходя из предположения, что этот проект должен соответствовать этим принципам, иначе мы его просто не возьмемся делать.
Ну, я повторюсь, то, что нужны унифицированные методики, методология оценки всех экологических эффектов. Кстати говоря, не только СО2, но и других выбросов загрязняющих веществ от тех или иных транспортных реформ, которые сегодня происходят. И я убежден, что на самом деле через примерно горизонт 5-10 лет вполне возможно автоматизировать эти процессы. То есть сначала принятие методик, а потом действительно цифровой автоматизированный мониторинг, который бы эти эффекты выявлял. И действительно это потом можно будет конвертировать в те самые механизмы зеленого финансирования. Если это будет цепочка выстроена, всем будет только лучше. Ну что ж, большое спасибо. Важный разговор. Я надеюсь, что вы все себя уже чувствуете соучастниками прогресса. Ну и хочу добавить в конце, вот Россия будет зеленой, чего бы нам это ни стоило. Спасибо большое. Всего хорошего. Марина, если позволите, я еще от лица всех участников панели хотел бы модератора поблагодарить за сегодняшнюю дискуссию. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо, всем успехов.